веганство как искупление первородного греха. И благословил Бог Адама и Еву, и сказал им Бог: «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю, и оберегайте ее, и заботьтесь о рыбах морских, и о зверях, и о птицах небесных, и о всяком скоте, и о всяком животном, присмыкающемся по земле». И сказал им Бог: «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Вам все это будет в пищу. А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому гаду, присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу». И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот все очень хорошо. Бог создал прекрасный мир для радости жизни, где нет места убийству, эксплуатации и любому другому прочему злу. А единственная заповедь, данная Богом в раю, – это любовь. Любовь ко всему Его творению. Люди должны были любить природу, то есть заботиться о ней, заботиться о животных, то есть любить их, и любить друг друга, доставляя разные радости через удовольствие, в том числе и плодиться через секс, доставляя наслаждение друг другу. Одно из таких проявлений любви к Богу и Его творению – это вкушение только растительной пищи, ибо мясо и прочие продукты животного происхождения можно получить лишь только посредством убийства и эксплуатации живого существа. И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в раю, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: «От всякого дерева в раю ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Нарушение заповеди – смерть. Но ведь у Бога, любящего нас родителя, не бывает наказания, от слова «наказ», то есть урока или научения, больше, чем само преступление. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними», – говорит Иисус, Бог, являвшийся во плоти. Значит, чтобы заслужить смерть, надо убить кого-то, погубить чью-то душу. Но душа есть только у человека и животных, испытывающих все чувства радости и страданий. Адама Ева не убивала, других людей еще не было, значит, остается только животное. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Они оба были наги от греха, а потому не стыдились друг друга. И увидела женщина, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. Почему заповедь прежде всего сопряжена с едой, с поеданием плода, то есть с кушением пищи? Да потому что символьно. Под плодом подразумевается любое зло, причиняемое живым душам и природе. Но еда – это первичная потребность человека, и в ней он и согрешит первично. Потом человечество еще долго, все свое существование будет упражняться, извращаться и совершенствоваться в злодеяниях против природы, животных и друг друга. Но это все будет позже. А началось все с неудержимой похоти чрева, в жертву которой Ева и решается принести самого Бога, его сущность, его дыхание жизни, всячески во всем присутствующее. Она забирает жизнь живого существа, убивая его. Она отнимает жизнь у живого существа, любящего ее и доверяющего ей, отбирает жизнь, которую не давала. Ева согрешает, срывает плод, то есть убивает животное и поедает его труп. Кусками этого трупа она кормит и Адама, а затем и учит его тому же дьявольскому акту, который совершила сама, в котором, в убийстве, затем и он, Адам, в своих потомках, еще долго будет извращаясь, совершенствоваться всю историю человечества. Но Бог взывает к Адаму и Еве, желая их покаяния. Но они все отрицают. Они отвергают Бога, отрекаются от любви, решившись закосневать во зле, прикрываясь фиговыми листочками оправдания своего дьявольского действа, богопротивного акта, убийства, прекращения жизни, погубления детеныша матери земли, кровь которого они и пролили на нее. Ибо и сказал Бог: «Да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов и зверей земных, породу их». И стало так. Бог и сегодня взывает каждому из нас, желая нашего покаяния в грехе убийства и эксплуатации живых существ и природы. Но основная масса людей точно так же, по дурному примеру своих прародителей, предпочитают закосневать в своих злодеяниях, прикрывая наготу срама своего все более и более новыми фиговыми листочками оправданий, которым нет числа.
мне нравится вкус трупа животного, в трупе есть полезные вещества, так делают все, культура, традиции, предки, не поймут близкие, у меня будут проблемы из-за этого, Бог разрешил в лице Ной и нам творить это необходимое зло, и даже одобрил его, и прочая чепуха оправданий. Но все эти земные оправдания зла, выдуманные человеками, приведут их лишь на дно ада. Бог есть любовь, и он неизменен, и его природа и закон жизни в любви ко всему его творению неизменен от начала сотворения мира и веки вечные. Какие же наказания Адаму с Евой последуют от Бога, убеждающие нас в том, что этот грех, грех вкушения запретного плода ради похоти чрева, в образах и символах, описанных в Библии, был именно убийством живого существа. А вот какие. Женщине сказал Бог: «Умножай, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рожать детей». По Божьему закону познания истины, что посеешь, то и пожнешь, Ева теперь на личном опыте познает то, что такое дать жизнь. Теперь период беременности для нее – страдание, а роды проходят в ужасных муках. Адам уже сказал Бог: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, колючки репей произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травою». Все по тому же закону познания истины, Адам же теперь вместо легкого и радостного возделывания им райского сада будет со скорбью и потом добывать себе пропитание от земли, которая прежде не произращала для него сорняков и изобиловала всем разнообразием вкусов плодов, вместо которых теперь он будет питаться полевой травою, как и животные, чтобы узреть и осознать с ними родство и равенство всех перед Богом. «В поте лица твою будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». И, конечно же, они и их потомство теперь, безусловно, будут умирать, насильственным то или естественным способом от болезни и старости. Они будут умирать, чтобы самим вкусить тот плод, всю его горечь, горечь того зла, которое они причинили животному и его родителю, то есть Богу в лице земли. И сказал Каин Авелю, брату своему: «Пойдем в поле». И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Адам и Ева умрут сами, но прежде они узнают еще несколько сторон насильственной смерти через убийство. Одна из таких сторон – это боль от потери близкого человека, своего родного сына, которому они сами дали жизнь через рождение. Другая сторона – это боль от того, что этот сын был убит, забит до смерти другим их сыном-первенцем. Адам и Ева в полноте вкусят всю ту боль от переживания того, что одно твое порождение жестоко и безжалостно уничтожает другое, хотя ты любишь их обоих и желаешь, чтобы и они любили друг друга. И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. И несмотря на то, что Адам делает очередную попытку прикрыть фиговым листочком грех Евы, дав ей имя жизнь, ее имя смерть. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. И чтобы они не забыли об этом грехе, прикрывшись фиговым листочком, Бог одевает на них кожу того самого животного, которого они и убили. Этот акт, в символах и образах, описанный в Библии, означает то, что Бог изменяет плоть человека, делая ее абсолютно такой же, как и плоть животных, чтобы в следующий раз, убивая животных, ослепший глазами сердце человек, лишивший животных самого права на жизнь, осознавал, что убивает он себе подобных, губит подобные себе живые души из такой же плоти и крови, как у него самого, и которые сотворены одним единым Богом для радости жизни, получаемой через наслаждение удовольствиями. Как же искупить этот грех эксплуатации и убийства каждому из нас, согрешающих против Бога в лице природы и животных, которых Он, Бог, будучи любовью, любит и сотворил их из любви, как и всех нас самих? Да очень легко. Стань веганом. А став веганом, выступай за веганство так, словно это вопрос жизни и смерти, потому что так оно и есть на самом деле.